Всем привет! Сезон начался. Начался и идет даже полным ходом. Сейчас вынужденный случай. Пейнтбол. Других вариантов нету. Так как никого рядом со мной нету, я уменьшусь в размерах и некому будет подмести мой пепел. И как вы догадались, это высоковольтная линия. А это идеально. А линия принадлежит к железнодорожникам. И в данный момент их присутствие здесь бесполезно. А почему я делаю это видео? Просто показать, что это за гнездо. Ну, величиной оно как футбольный мяч. А во-вторых, это гнездо я уже обработал 2 года назад, я думаю. Да, 2 года назад. А что случилось? Ну, дезинфицировать место, где оно находилось, это очень-очень... Ну, увидите, где оно. Место невозможно дезинфицировать, но шершни вернулись обратно. А если внимательно посмотреть, то вы увидите маленькое гнездо рядом. Думаю, оно там появилось в прошлом году, но потом было брошено. Так, пошел я одевать обмундирование. Пейнтбол хорошо, но нужно быть начеку. Стрелять я буду с дистанции, естественно, инсектицидными пулями. Это очень круто. Год шершня, жаль экосистему. Это вредоносное насекомое. Ну еще и представьте себе рабочих, которые должны работать в этом месте. И еще на уровне проводов, не знаю, как это называется. Вот здоровая фигня это. КТНР, по-моему. Что-то такое. К счастью, гнездо они заметили. Азиатский шершень стал нашим лучшим другом. И альфонсы жалят. Let's go! Вперед! Цель игры – замочить гнездо. Поверьте мне, пули достигают цели. Вуаля! Иногда что-то очень легко сказать, но сделать очень трудно. Ну а движуху шершней вы видите. В течение следующих 10 минут гнездо будет нейтрализовано. Ну, как видите, движуха там неплохая. Эти гнезда — это бомбы. Представьте себе, вы стукнете хорошенько по столбу и попадете под раздачу. Будьте осторожны с такими вещами. Вот такой ситуации, мне не нужны никакие другие инструменты. Все хорошо прошло. Все хорошо, что хорошо кончается. Так, повторяю, интервенция была для железнодорожников. Будьте осторожны, в таких местах шершни — это опасная вещь. Опля! Так как у меня нет оператора, я буду сам оператором. Такие интервенции очень довольно-таки опасные. И будьте внимательны к окружающей среде. Но с другой стороны, это очень удобная вещь. Через несколько минут гнездо уничтожено. Конечно, пули, которые промахнулись, они упали на дорогу, на рельсы, лопнули. Да, вот в этом-то есть проблема. Но другого выхода нет. Окружающую среду надо оберегать, но в данном случае вот так вот. В данной конфигурации пылесос и штанга бесполезны. Или подняться наверх при помощи гондолы, но в таком случае надо все обесточить. А это большой базар. На этом все заканчиваю. До следующего номера. Всего хорошего.